Всем привет, с вами Докерс, и это небольшой видеоурок, как обновить DayZ до экспериментальной ветки. Заходим в Steam, выбираем DayZ, нажимаем свойства, обновление, высокий приоритет тут выбираем, нижнее самое. Потом заходим в бета-версии, выбираем экспериментал, в общем нижнее, и все, закрываем, и у вас начинает скачиваться экспериментальная версия DayZ стандалоны. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.